Здравствуйте, второклассники! С вами Ольга Николаевна. И сегодня мы решаем задачи. В классе стояло 20 стульев. Принесли еще 6. Сколько стульев стало в классе? В классе стояло 20 стульев. Принесли еще 6. Сколько стульев стало в классе? У Кати 16 фломастеров, а у Тани на 7 фломастеров меньше. Сколько фломастеров у Тани? Не забывайте писать наименование в скобках. У Кати 16 фломастеров, а у Тани на 7 фломастеров меньше. Сколько фломастеров у Тани? Коля за 2 дня прочитал 17 страниц книги. В первый день он прочитал 9 страниц. Сколько страниц Коля прочитал во второй день? Коля за 2 дня прочитал 17 страниц книги. В первый день он прочитал 9 страниц. Сколько страниц Коля прочитал во второй день? Саше надо решить 12 задач. Он уже решил 5 задач. Сколько задач осталось решить Саше? Саше надо решить 12 задач. 5 задач он уже решил. Сколько задач осталось решить Саше? Мальчики приготовили для праздника 8 выступлений, а девочки на 3 выступления больше. Сколько выступлений для праздника приготовили девочки? Мальчики приготовили для праздника 8 выступлений, а девочки на 3 выступления больше. Сколько выступлений приготовили девочки для праздника? В классе 14 девочек и 12 мальчиков. Насколько девочек больше, чем мальчиков? В классе 14 девочек и 12 мальчиков. Насколько больше девочек, чем мальчиков? Надеюсь, вы решили все задачи, и мы проверяем. 26 стульев, 9 фломастеров, 8 страниц, 7 задач. 11 номеров для выступлений. На 2 девочки больше. Мы продолжаем решать задачи. В кружок робототехники записались 9 мальчиков и 5 девочек. Сколько детей записались в кружок? В кружок робототехники записались 9 мальчиков и 5 девочек. Сколько детей записались в кружок? В классе 22 человека. Из них 10 мальчиков. Сколько девочек в классе? В классе 22 человека. Из них 10 мальчиков. Сколько девочек в классе? Витя записал на доске 7 слов, а Саша на 4 слова больше. Сколько слов записал на доске Саша? Витя записал на доске 7 слов, а Саша на 4 слова больше.
Сколько слов записал Саша? Ребята на уроке сделали 18 игрушек для малышей. 10 игрушек они уже отдали. Сколько игрушек им осталось отдать? Ребята на уроке сделали 18 игрушек для детей. 10 игрушек они уже отдали. Сколько игрушек им осталось отдать? У Лены было 15 открыток. Она подарила 8 открыток однокласснице. Сколько открыток осталось у Лены? У Лены было 15 открыток. 8 она подарила однокласснице. Сколько открыток осталось у Лены? После уроков домой ушли 20 учеников 2 класса, а 4 человека остались ждать родителей. Сколько всего учеников во 2 классе? После уроков домой ушли 20 учеников 2 класса, а 4 человека остались ждать родителей. Сколько всего учеников во 2 классе? Проверяем ответы. 14 детей. 12 девочек. 11 слов. 8 игрушек. 7 открыток, 24 ученика. Надеюсь, вы все задачи решили правильно. А я рада буду видеть вас на следующем занятии.